Мне нужно сделать грелочку для маленьких цыпляточек. Подсмотрела я в интернете такую банку грелку у одной девчонки. Мне понравилось. В общем, сейчас попробуем что-то придумать. Тоже такого плана. В общем, смысл такой, что берется банка. Внутри будет лампочка. Лампочка будет предохраняться от повреждения цыплятами. Так. Банка будет нагреваться также. И цыплятки вокруг нее садятся и греются. И не нужно ничего придумывать, как эту лампочку закрепить. Просто ставится лампочка и все. По идее, должно быть удобненько. Вот только главное засунуть туда лампочку. Самое сложное. Надо было, когда собирала я патрон, крышку сразу продеть. Теперь это сложная задача. Тик. Угу. Так. Теперь эти штуки надо как-то соединить обратно. В общем, я хочу сюда прикрутить этот саморез, чтобы она не опускалась. Вообще, можно как-то более нормально, конечно, придумать, но у меня уж так будет. Тик. В общем, такое крепление. Называется на курьих ножках. Проверяем систему. Цыплятки тут пока сидели без света. Кричат, конечно. Так, малыши, ну-ка давайте заценим. DIY мой. Так, в общем, сейчас она нагреется. Посмотрим через 5 минуточек. Так, ну что, заглянем, как тут малышики обустроились. С чудо-лампочкой. Ну как? Нравится вам? Вот, конечно, такой бутер маленький. Все место занимает банка. Ну, на такое количество малышей как раз. Потом будем думать что-то другое. Когда подрастут. Все тихо, спокойно. Все довольны.